Отож, продовжується наш ефір, і який же він новий день без ранкових гостей. Я дуже рада вітати в нашій студії Альона Обозна, завідувача кафедри менеджменту, кандидат економічних наук Київського національного університету імені культури та мистецтва Микола Огієнко, кандидат технічних наук кафедри менеджменту. Вітаю вас, сьогодні ви прийшли з таким анонсом, адже сьогодні о 10:00 в нашому місті відбудеться подія, конференція. Давайте розкривайте карти, що це за конференція, хто буде присутній і про що буде йти мова. Да, действительно, сегодня о 10:00 будет проходить конференция на базе нашего университета. Гости, которые будут присутствовать на нашей конференции, это ученые, это доктора наук, кандидаты, доценты, аспиранты, студенты ведущих вузов нашей Украины, органы, представители органов государственной власти, это департамент образования, науки, молодежи Николаевского областного государственной администрации в лице Волчевского Руслана, Каськовой Анны Леонидовны, затем департамент экономического развития, торговли и туризма в лице Волчевского Руслана Владимировича, от Чичкалюк Татьяны Александровны, как представитель и председатель развития туризма по Южному региону. Также гости – это представители туристического бизнеса, туроператоры, представители директора национальных и региональных парков Николаевской области, это Телегурский, Кенбургская коса, также директор агротуристического комплекса Кременевский страус, ну и директора библиотек и музеев. Немало кількість, багато гостей, значить, буде підніматися серйозна тема. Яка саме? Ну, цель нашей конференции – это показать трансформационные процессы, которые происходят в Украине, и в частности провести в ходе нашей конференции под лозунгом «Акция развития туризма именно Южного региона». Ну и обобщить теоретические и практические навыки достижения именно по развитию туризма и рекреационная деятельность, так как мы получаем, будем получать информацию с первых уст. Это уже третья, я разумею, конференция. Было уже две, чи были результаты, чи маємо ми вже результати після такого роду конференції? Конечно, мы имеем результаты, да. И благодаря опыту первой, второй конференции, то есть на третьей конференции у нас увеличились количество наших участников, а в составе синтеза, то, что я вам только что перечислила, это органы государственной власти, научный потенциал, практические направления и студенчество. Благодаря этому составляющей, этому синтезу, то есть наша конференция будет происходить как канал коммуникации, то есть научно-практическая коммуникация, как площадка для разговора, для обобщения. Дивіться, ви будете говорити про те, як розвивати туризм. Давайте трішки на цьому зупинимося, який він зараз, наш туризм, саме південний, в якому він стані, зокрема? Ну, благодаря трансформаційним процесам в нашій Україні, благодаря економічним зміненням і другим внешнім признакам, внешнім факторам, то сейчас начал развиваться внутренний туризм. Не внешний туризм, а внутренний туризм. Поясни, пожалуйста, нашим туристам, в чем суть? Потому что, благодаря политическим факторам, например, да, внутренний туризм – это мы акцентируем внимание именно на Николаевскую область. Вот именно благодаря этому цель нашей конференции – и задача нашей конференции именно обобщить все навыки, все теоретические, практические моменты, показать, чего мы достигли за этот год, какие перспективы на следующий год. И это будет сделано благодаря и научному потенциалу, и практическому направлению. Микола Миколаевич, поделитесь, будь ласка, вашей работой со студентами в направлении туризма. Здравствуйте. Мы со студентами работаем очень в таком направлении,
в развитии туризма наша цель стоит привлечь их, задействовать во всех направлениях. Все программы, которые проводятся в области, мы их туда привлекаем. Основная цель конференции – это привлечь студентов, привлечь их к научно-исследовательской работе, потому что сейчас студент, который не проводит эту работу, он не будет знать, особенно как бы, если студент развивается в области туризма, ему нужно в первую очередь видеть, знать свой регион. Мы проводим постоянные экскурсии, выезды, студенты сами занимаются этими, проводят, развивают новые туры. И результаты этой работы они выставляют, как бы уже представляют на конференции. Мы проводим много мероприятий. Конференция – это один из маленьких этапов этой работы. Какие самые заходы? Проводятся туры разные, выездные форумы, выездные на наши ландшафтные парки. Мы проводим работу со студентами, которые ездят там вплоть до субботников, пойти поубирать. Это как бы практическая работа студентов. И Николаевский филиал Киевского университета культуры, мы как бы развиваемся очень интенсивно сейчас и даем возможность студенту видеть это все изнутри. Мы результаты представляют наши студенты не только на нашей конференции. Мы отправляем студентов по всем регионам Украины. Они ездят с докладами, ездят с выступлениями, представляют свои работы на разных конкурсах. И как бы у нас есть призовые места, так что у нас тенденции у наших филиала Киевского университета культуры сейчас очень перспективы большие. Я думаю, студентам нравится этот процесс, поэтому мы будем надеяться, что в дальнейшем еще студенты будут привлекаться к этому направлению, будет большое развитие как бы нашого регіону, южного регіону. Так, планів дуже багато, перспектив так само, але ми завжди ставимо якийсь пріоритет. Яка от ціль номер один вашої роботи і студентів, щоб розвинувся наш туризм? Що для цього потрібно зробити? Понимаете, сейчас ситуация в стране не дает возможности нам интенсивно развивать. И то, что развитие, которое было раньше, то, что развивалось, у нас был туризм, в основном люди выезжали за границу, ну, как бы, и как бы, свой регион у нас оставался как бы за кадром, как бы мы не развивали. Сейчас есть возможность привлекать иностранных туристов, которые приезжают, показывать свой регион. Для туристов из-за границы этот процесс, ну, он сейчас удешевляется для них, потому что в связи с тем, что наша чуть валюта сейчас девальвировала, этот процесс для них выгодный. Угу. Поэтому нам нужно привлекать валютные какие-то... Турист должен помогать развитию экономики. Если мы сейчас покажем даже такими разными форумами, разными конференциями привлекать... В будущем у нас мы планируем, наверное, эту конференцию сделать международной, чтобы это был процесс такой, чтобы развитие было в тенденции. И я думаю, что администрация нам областная будет помогать в этом направлении. И плюс еще в 2016 году у нас юбилей, 45 лет нашему университету. Поэтому мы всех приглашаем, заранее приглашаем в гости и принять участие в нашому грандіозному празднику. Так, дякую. І ще хочеться дізнатися про вас більше, конференції, суботники. А які ще заходи? Благодійні акції. Ніколай Ніколаєвич тільки що сказав, це був суботник, присвячений ко дню Міжнародного дня туризму. Була благодійна акція, ми убирали парк Побєди, а потім проводили Міжнародний день туризму. Благодійна акція, присвячена дітям онкозаболівань, ми теж це проводимо. Тобто ми працюємо по всім направленням, тобто стараємося. І студенти самі, це ініціатива іменно студента і студентського парламенту. Це найосновніше. Ми просто координуємо і направляємо, допомагаємо. Скажіть, але ж це не тільки повинні студенти і ви займатися, це повинен кожен вийти на цей суботник із мешканців, так? Напевно ж, таких дрібниць складається привабливість нашого міста. Чи погоджуєтеся ви з цим? Я думаю, що гарний приклад, він буде стимулювати інших і направляти цьому напрямку. Я думаю, що наше місце буде найкраще, ми будемо залучати сюди все більше і більше туристів, на цьому будемо розвиватися. Наш університет буде допомагати завжди стояти в
на цій точці, угу, щоб ми будемо залучати. Ми будемо залучати туристів. У вас є зараз змога залучити студентів до такої цікавої справи, як туризму, і побажати нашим глядачам доброго ранку. І я вас відпускаю готуватися, адже о 10:00 починається третя всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку туризму». Будь ласка. Спасибо вам большое, что будете слушать нас. Мы очень рады видеть вас и на нашей конференции сейчас, кто успеет. И повторюсь еще, у нас будет в следующем году 45 лет нашему вузу. Мы приглашаем вас на наш праздник. И для студенчества, для будущего студента, абитуриента, мы приглашаем вас на День открытых дверей и приглашаем учиться в нашем дружном, большом, интересном, веселом коллективе. Спасибо вам большое. Я думаю, вам понравится учиться у нас в университете. Мы вас приглашаем. Я думаю, мы будем делать все, чтобы наши студенты, будущие и те, что у нас сейчас учатся, получали те знания и тот опыт, который вам пригодится в жизни и будет позволять зарабатывать. Я думаю, нужно зарабатывать, как говорил мой директор агротуристического комплекса, говорит, где народился, там и знадобился. Нужно, точно. Нужно зарабатывать там этот. А наш университет, Николаевский филиал Киевского университета культуры, мы вам поможем в этом направлении. Так, дякую вам. Я бажаю вам успіху конференції. Приходьте до нас ще. Нагадаю, що у нас в гостях була Альона Обозна, завідувач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук Київського національного університету імені культури та мистецтва, Микола Миколаївич Огієнко, кандидат технічних наук кафедри менеджменту. Дякую.